В одесский цирк приходит Нюма Зискинд с предложением номера «Мечта поэта». «Я, — говорит Нюма, — выхожу в белоснежном костюме, в белой шляпе на голове на середину арены. В это время над зрителями по кругу поднимают мешки с дерьмом. Я достаю два кольта, барабанная дробь, и я стреляю по мешкам. Все зрители в полном дерьме, а я стою один в луче света в белоснежном костюме и в белой шляпе на голове. Это и есть мечта поэта». СССР. Газета «Вечерняя Одесса» извиняется за опечатку. Вместо «к нам в Одессу приехал сионист Бердюк» следует читать «к нам в Одессу приехал пианист Сердюк». Рабинович идет грустный по Приморскому бульвару в Одессе. Навстречу ему его друг Фридленд. «Рабинович, что вы такой грустный?» «Да вот только что своими руками отдал долг в 1000 рублей. Ну и что? Вы ведь эти деньги раньше брали. Верно, но брал-то я их чужие и на время, а отдал свои и навсегда».